70 лет красоты и грации. 27 ноября Ивановская федерация художественной гимнастики отмечает юбилей. На сегодняшний день это один из самых популярных видов спорта в областном центре. По данным городской администрации, художественной гимнастикой в Иванове занимается более 1000 девочек. Федерация объединяет 36 тренеров, которые и готовят маленьких звездочек к большим победам. Основательницей школы художественной гимнастики в нашем городе стала Зинаида Михайловна Матвеева – заслуженный тренер Российской Федерации. Именно она в 1948 году открыла в Иванове первую секцию художественной гимнастики. На праздник по случаю юбилея ивановские гимнастки приглашают всех любителей спорта.